США решили замедлить вывод войск из Сирии. США взяли паузу в выводе войск из Сирии, чтобы выбрать наилучшие способы достижения целей. Президент США Дональд Трамп согласился замедлить вывод американских войск из Сирии, сделав это по-умному. Об этом заявил сенатор Линдси Грэм после встречи с лидером США, передает Washington Examiner. После обсуждений с президентом и Данфордом, глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд, ред. «Я никогда не чувствовал себя лучше касательно того, куда мы движемся», — заявил Грэм. Сенатор отметил, что паузу решили взять, чтобы выбрать наилучшие способы достижения целей. «Я думаю, что мы замедлим этот процесс по-умному. Мы взяли сейчас паузу, чтобы оценить, каким способом лучше достичь цели президента», — сказал он. По словам Грэма, сейчас нужно сделать все возможное, чтобы не допустить эскалации между сирийскими курдами и Турцией и помешать Ирану выиграть от сложившейся ситуации. Напомним, 15 декабря президент США Дональд Трамп объявил о победе над ИГИЛ в Сирии. Позже в тот же день Белый дом сообщил о выводе американских войск из страны. Трамп свое решение объяснил тем, что сирийская компания США не стоит ресурсов, которые тратятся на нее из американского бюджета. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.